В середине августа в Приморье начинается самая активная пора медосбора. В Дальнереченске, несмотря на удары стихии, сезон в самом разгаре. Во время рабочей поездки в муниципалитет губернатор Приморья Олег Кожемяка побывал на одной из пасек и попробовал собрать мед. Здесь много расплода, я даже думаю, не будем ее качать. Расплод, если молоко, не качаем. Молоко, да. Ставим назад в улей, другую. Потому что жалко очень. Да, берем другую. Повылетает. Другую берете, где нету расплода. О, это тяжелая такая. Рамка кормилица, видишь? Ну вот это медовая. Вся забита медом. Вся медом. В Приморье большой потенциал для развития отрасли медосбора. Ареал главного медоноса липы в крае составляет 5 200 000 гектаров. Один из самых больших в мире. А уже в конце августа пройдет фестиваль в медовой столице края селе Анучино. Там каждый сможет продегустировать и приобрести экологически чистый таежный мед. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.